Я знаю, что у Анатолия Николаевича день рождения, потому что у меня у тещи сегодня день рождения, поэтому я запомнил. Я считаю, что он очень здравый, благоразумный человек. И не просто как чиновник себя ведет, а ну, с ним можно поговорить, какие-то вопросы порешать. И подходит он не прям так формально ко всему, а выслушает человека, в суть проблемы вникнет. То есть я к ним очень хорошо отношусь. Недаром у нас в Сочи все-таки такой. Сочи такой непростой город, и довольно-таки много здесь вопросов было. Он, я считаю, справляется со своими обязанностями. Мы очень положительно воспринимаем нашего мэра. Мы считаем, что он очень много сделал для развития города. Очень приятно, что сейчас есть места, где можно прогуляться с колясками, таким мамам, как мы. Мы желаем ему успехов в работе. Я поздравляю нашего мэра, столицы зимних Олимпийских игр, с днем рождения. Он молодец, потому что все-таки провести Олимпиаду в городе-курорте, это, наверное, было очень сложно. За это ему честь и хвала. Заслуга и достоинство, наверное, то, что увеличилось большое количество пешеходных улиц, где можно ездить на велосипеде, где чувствуешь себя человеком, нет машин. Отдельное спасибо ему за это. Может быть, определенное нарекание, я бы сказал, в адрес работы службы эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Конечно, к Олимпиаде очень красивый город стал. Я просто любуюсь, я второй день только приехала. И просто вот сейчас любуюсь и наслаждаюсь вот красотой и природой, и погодой, и всем-всем-всем. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы сохранили это на долгие годы вот такой и делали еще краше. Вот. А хочу пожелать здоровья градоначальнику вашему, и чтобы у него хватало сил, энергии на добрые дела и сохранение того, что есть, и приумножение. Нам подарили город к Олимпиаде. Нам дали возможность в этом городе красиво жить и показывать эти достопримечательности и достоинства нашего города. Нам надо это поддерживать. И, конечно, обязательно соблюдение чистоты. Пожелание здоровья, долгих лет жизни, ну и карьерного роста. На данный момент все вполне соответствует. Поэтому пусть растет дальше.